я здесь уже давал определение чисел Шрёдера. Я сейчас напомню определение, докажем некоторое замечательное свойство этих самых чисел Шрёдера. Определение такое. Представьте себе, что у нас есть система координат, и разрешены следующие шаги. На единицу вправо, на единицу вверх, на единицу вправо, на единицу вниз, и шаг на 2 вправо по горизонтали. Давайте я эти самые шаги нарисую. Вот шажочек на вектор 1,1. Ой, да еще под ось абсцисс ходить запрещено. То есть не отрицательные числа это еще, пожалуйста, а отрицательные запрещены строго. Так вот, давайте я нарисую один из таких путей. Вот это я на 2 сдвинулся вправо. Потом, например, поднимемся, опустимся, еще на 2 сдвинемся вправо. Потом, например, поднимемся, сдвинемся на 2, поднимемся, так, опустимся. Опустимся и еще раз опустимся. Это один из многих путей, которые можно нарисовать. Ну, согласитесь, на этой же картинке я мог просто сначала идти строго вверх, потом спускаться. Или еще как-то. Так вот, числом Шрёдера называют, смотрите, что, количество способов попасть из начала координат в точку с координатами 2n, 0, то есть по горизонтали, чтобы пройти 2n шажочек, а по вертикали 0, то есть вернуться на тот уровень, с которого вышли. И при этом различают большие числа Шрёдера и маленькие числа Шрёдера. Давайте договоримся. Маленькие – это когда запрещен ход по горизонтали. Вот такой, вернее так, по горизонтали можно, а вот по оси абсцисс нельзя. Конечное число пересечения с... большие числа Шрёдера, когда такие шаги разрешены. То есть вы можете прямо вдоль оси абсцисс сделать такой шаг. Малые, когда они разрешены. Сейчас я для небольших чисел нарисую вам и все пути, соответствующие большим числам, и все пути, соответствующие малым числам. Давайте сделаем так. Сначала n равняется... Тогда все просто. Есть... Это я не буду рисовать систему координат каждый раз, а условно буду рисовать вот так, да? Есть, что называется, плохой путь, который в больших считается, а в малых не считается. И есть путь, который считается и в больших, и в малых. Вот так. Соответственно, большое число Шрёдера, давайте его будем обозначать S большое, с шапочкой для того, чтобы именно чтобы показать, что большое-большое, да? От единицы это будет 2, а S малое от единицы это единица. Мне кажется, это абсолютно понятно, ни в каких комментариях не нужно. Теперь n равняется 2. Но это уже немножко, конечно, больше вариантов. Смотрите, вот есть такой, что называется, плохой путь, да? Вот он, то есть мы сделали на 2 и еще на 2. Можно было сделать вот так вот и вот так. Можно было сделать наоборот. Сначала вот так, а потом вот так. Ну и, по-моему, с горизонтальными участками путей больше нет. Давайте посмотрим, что можно нарисовать, если на оси абсцисс нет горизонтальных участков. На самом деле очень понятно, что можно нарисовать вот такую штуку, можно нарисовать вот такую, да, и можно нарисовать... Вот такую. Если приглядеться,
то становится понятно, что, собственно, больше ничего не придумаешь. Да? Поэтому вот эта вот тройка, а вот это вот у нас шестерка. Так вот, теорема. Если n больше или равно единице, то большое число Шрёдера – это удвоенное маленькое. Можно доказывать эту теорему, выписывая рекуррентное соотношение. Это достаточно сложно. Но сейчас я хочу сделать по-другому. Я хочу увидеть, почему геометрически совершенно ясно, что действительно вот плохих путей столько же, сколько хороших. Сделаем это так. Для числа 3 я сейчас постараюсь нарисовать без ошибки все, что называется, плохие пути. Вы будете на них смотреть, так я помню, я специально запомнил, их будет 11. Если я сейчас нарисую не 11, все, значит ошибся. Вы будете смотреть и придумаете, как каждому вот такому пути сопоставить естественным образом путь, который не имеет горизонтальных отрезков на оси абсцисс. Ну, давайте начнем с самого простого, да? Когда путь просто горизонтальный. Это 3 участка по 2 арца. Разумеется, такой есть. Дальше бывает вот такая штука. Представьте себе, у нас 4 горизонтальных и потом вот так. Да? Хорошо. Что еще бывает? То есть, на самом деле, я сейчас должен перерисовать вот эти вот 6 картинок все время перед каждой из них нарисовав вот эти 2 горизонтальных участка. Один горизонтальный участок длины 2. Так, вот так. Так, так. Так, вот уже у меня нарисовано 5 штук. Теперь дальше пошел. Между прочим, господа, ситуация, когда первый шаг вот такой, на этом полностью закончена. Можно большая галочка и горизонтальный участок. Да, совершенно верно. Большая галочка и горизонтальный участок. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Осталось еще 2. Ну, 2 галочки и участок. Две галочки и участок. Ну вот верхняя картинка второго столбца на перевернуть. Так, что ли? Да. Так, да, да. И одна картинка осталась. Что я еще не нарисовал? Вы еще не нарисовали участок? Вот такую вот кочку, как сказать. Кочку. Хорошо сказано. Давайте я там кочку нарисую, да. Кочку нарисовать это вот так, 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 да? Нет. Смотрите. Не надо. Было. Нет, не на... было. Она была. Она была. Смотрите, была. У вас подъем горизонтальный участок, спуск горизонтальный участок. Вот смотрите, S2 от 3. Вот, видите? Рисунок сверху в над маленьким числом. Вот этот горизонтальный первый участок. Да. Это имеешь в виду? Да. Отлично, я это умею. Не здесь, сверху. Сверху, да? То есть, ну, действительно, сначала кочка, а потом вот так, правильно? Вот. Ну, что вы смотрите? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Все, 11 штук есть. А вот теперь работа для вас. Естественным способом каждый из этих картинок сопоставьте путь Шрёдера, в котором нет горизонтального участка. Понятно? Будьте добры. На оси абсцисс, да. Вообще горизонтальные участки могут быть, но нет горизонтального участка, идущего строго по оси абсцисс. То есть хороший путь. А? То есть хороший путь.
хорошим. Да, да. Рядом с каждым таким вот плохим нарисуйте соответствующий ему хороший. Ребята, довольно часто в математике бывает, что задачу решают при помощи так называемой биекции, взаимно однозначного соответствия. Как, по идее, должна выглядеть система? Наверное, она должна как-то зависеть от отрезка, который лежит на оси абсцисс. Правильно? Замечательно. Давайте сделаем так. При движении слева направо не будем трогать тот участок, который не содержит горизонтального участка вдоль оси абсцисс. То есть, давайте договоримся, что вот когда у нас есть такая штука, что-то будем делать только с этим участком. А вот этот трогать не будем. И здесь то же самое. Это доставим, а здесь что-то сделаем. Здесь это доставим, а здесь что-то сделаем. Давайте подумаем, вот, например, здесь, собственно, что единственное можно сделать, как вы считаете? Здесь маленький треугольник. Правильно. Совершенно верно. Давайте это уже нарисуем. То есть здесь у нас будет такая большая галочка и маленькая. Все, договорились. А что здесь делаем? Нарастить еще. Ну не то, что нарастить, а дать три маленькие, правильно? Да. Так, отлично. А здесь что сделаем? Тоже три маленькие. А вот это нельзя. Мне нужно взаимно однозначное соответствие. Я не могу здесь сделать вот так, потому что эта картинка уже была. Будет проблема? Замечательно. Думайте. А нет, кое-что еще можно. Вот по этому рецепту заменять отрезок на галочку еще здесь все-таки в каком-то месте можно. Есть такое одно место? Есть. Как-то нет. Вот там. Ну, видно? Вот это место. Смотрите, мы же договорились вот это не трогать, а когда у нас есть один горизонтальный отрезок, то мы его должны заменять. Вот давайте и заменим на галочку. Вот. А вот дальше действительно беда. Потому что что делать здесь, я не понимаю. По нашей договоренности, вот этот маленький треугольник, маленькую галочку надо нарисовать, а что делать дальше, непонятно. А если сделать огромную сбросовую точку? Нет, должно быть первое, вот это. Второе по счету сверху, первым столбцем. Да, вот здесь что? Здесь вот огромная такая, такой треугольник. Огромный треугольник? Три вверх, три вниз. Нет. Один вверх, два раза горизонтально, один вниз. Нет, ребят, здесь надо идею придумать. Здесь надо придумать идею, потому что пока мы так смотрим, ничего не будет. Давайте я попытаюсь вообще, когда абстрактно формулируешь задачу, она обычно после этого становится легче. Вот представьте себе, у нас есть какая-то картина. Как выглядит более-менее любая картинка? А вот как. Она вышла, походила, сделала горизонтальный участок, правильно? Дальше. На оси абсцисс. На оси абсцисс, конечно. Горизонтальная часть на оси абсцисс. Дальше походила по-разному и вернулась. Могла здесь ходить по оси абсцисс, могла не ходить. Вот. Обратите внимание, что нам сейчас нужно. Вот этот участок, я прям так и пишу, не трогать. Нельзя его трогать, потому что иначе мы вообще запутаемся. Вот этот надо обязательно убрать. Что-то с этим надо сделать. А вот этот объект надо обязательно хотя бы на единицу поднять, потому что у него могли быть горизонтальные части вдоль оси абсцисс, а они смещены. И теперь вопрос. Если у нас есть то, что нельзя трогать, если у нас есть вот этот объект, и если у нас вот эта палочка есть, что, естественно, из этого сделать? Да?
можно поднять вот это вот как раз таки объект, который можно. Если мы его просто поднимем, будет плохо. Потому что у него последняя точка должна остаться все-таки в этом месте. Сдвинуть на минус 1-1. Правильно. Его должны поднять и сдвинуть влево. Да. Ребят, замечательная идея. Надо вот вместо этого отрезка сделать так. Идти здесь на единицу вправо, на единицу вверх. И здесь идти на единицу вправо, на единицу вниз. А вот эту штуку нарисовать вот здесь. Понимаете теперь? Да. Сдвинуть. Все. И это и есть правило. Давайте я сейчас по этому правилу пройдусь по всем картинкам, все сделаю. Смотрите. Надо вот эту штуку отложить от этой точки. Увидели, что произошло? Вот давайте я кружочек приведу. Она вот здесь. А вот вместо этого у нас такие наклоны в отрезке. Замечательно. Что здесь получится? Первую не надо трогать. Потом идем так. Из вот этого получается горизонтальный отрезок и отпускаемся. Ну не знаю, по-моему, все понятно. Вот здесь вот, поскольку началось, то идем так. Дальше рисуем вот эти две штуки и спускаемся. Спадаем. На самом деле все. Смотрите, вот здесь вот будет та самая высокая картинка. Потому что вот. Дальше, что здесь? Поднялись, дальше поднялись два раза и спустились. Отлично? Отлично. Так, эту схему я уже убираю, считаю, что все ее запомнили. Дорисовываю, что здесь. Смотрите, здесь мы поднимаемся, потом рисуем вот это и спускаемся. Здесь поднялись, прошли по горизонтали и спустились. И, наконец, здесь поднялись, прошли, спустились. Это и есть взаимно однозначное соответствие между хорошими и плохими людьми. Именно благодаря этому взаимно однозначному соответствию большое число Шрёдера в два раза больше маленького. Единственное в нуле и то, и то равняется. Большое число Шрёдера и маленькое число Шрёдера от нуля равны единице, а все остальные повторяют какому-то замечательному соотношению. Взаимно однозначное соответствие задано вот этой картинкой. А именно, договорились, каждый путь, который имеет горизонтальный отрезок, преобразовывать следующим образом. Взять самый левый из горизонтальных отрезков, лежащих на оси абсцисс, и заменить его на подъем слева и спуск справа. Соответственно, вот этот путь заменится на этот и так далее. Вот так и нарисовано.